Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8. Урок 23. Что изменяется в предложении? Ира дружит с Таней. Катя дружит с Таней. Миша дружит с Таней. Нина дружит с Таней. Составь предложение с переменной Y и запиши множество значений Y. Изменяется действующее лицо. Y дружит с Таней. Это предложение, составленное с переменной Y. Множеству Y принадлежат элементы Ира, Катя, Миша, Нина. Это то, что изменяется. Все эти дети дружат с Таней. Это то, что не изменяется. Следовательно, делаем вывод. Переменная Y – это Ира, Катя, Миша, Нина. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.